Каждым годом в Барнауле растет число велосипедистов. Увидеть любителя двухколесного транспорта зимой уже не вызывает шок. Но инфраструктура для этого вида спорта развиваться не успевает. Этот вопрос стал главным на встрече архитекторов, велосипедистов и чиновников. У нас есть общая проблема бессистемности. То есть есть некоторая бессистемность вот во всей этой структуре городской. То есть а бессистемность, она за собой, естественно, тянет проблемы с безопасностью, с комфортом. Ну, то есть то, из-за чего люди отказываются от велосипеда. Судя по опросу, который проводили велоактивисты, многие барнаульцы начали бы ездить на велосипедах, будь специальная, безопасная для езды зона. Участники пришли к мнению, что самыми удобными в прокладывании велодорожек стали бы проспекты Комсомольский и Социалистический. План еще масштабнее – соединить дом и работу одним веломаршрутом. Основные велосипедные направления должны соединять точки основные притяжения, то есть деловой центр и жилые массивы. Акцент ставится на том, что городская инфраструктура должна строиться, целостно, не кусочно, а именно соединять важные точки, районы. Это первое обсуждение проблемы в таком формате. После нее активисты займутся оформлением своих предложений в различные программы или гранты. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.